Да, жалкое зрелище, конечненько. Вот и фиксируй, трыч. Вот, пожалуйста. Пожилое кольцо продолжается. Эпопея с кольцом продолжается. Да нахуй не заканчивалось. Тут... Заткнись. На чем мы остановились, блин? Просто тут нельзя останавливаться, потому что потом рука отбивается от игрового процесса. Что мы тут, что у нас есть? Нам нужно уровень подкачать, наверное, первым делом. Нужно поубивать каких-то боссов, кроме Мелании, чтобы подкачать уровень. Сейчас я разок вспомню, как тут что. Может, сейчас нормально попрет. Ну, это вряд ли, конечно. Мразь. Пацана разорвали. Подожди, братан. Давай сейчас я немножко подытожим интересности. Подожди, сейчас не хватает у меня уровня пацана моего мальчика. Насрал. Блять, упадет. Фу ты. О боже, это как произошло, мама? В смысле, ты диаграмму мою видел вообще? Я правильно иду, наверное? Нет. Да мне как-то, знаешь... Не туда. Мама, папа уехал. Все, папка, все. Папка, все, папки нет. Я сейчас его буду убивать. Это крутой босс или женщина? А, Джо Байден в деле. Ну. Это какой-то кусок здесь. Какашка какая-то, 120-килограммовая. Ой, это змея. Так она же слабая, блин. А, в смысле, это не все? А, жопарин, жопарин. Это еще первая стадия, да? Блять, пацана скелеты забили. Вот, сука! Чё, на пику этот змеюки, просто жесть. Красава. Это реально древнейший просто меч. Просто на изи. Аааа, жопанин, жопанин! Не, ну, это, конечно, дело-то другое уже. Без читов, прошу заметить. 130 дали всего лишь. Ну там маловато. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первый квест операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Так, я хочу ловкость, уровень один, да, качнуть. Извините, я сейчас пернул. Шо? А, я приехал. Шо, сейчас попрет, да? О, блядь. А-а-а, запали, блядь! Да это лох. Он лох. Да нет, такой босс, такой босс, походу. Да, это женщина, по сути. И чё, вот это весь босс, что ли? У него мощный меч, так какой он мощный, блин, жидкий. Ну хочешь, называй меня пожилой меч. Вот это меч палача Маре.
Что, он типа мощный? Давай его попробую сейчас прокачать немножко и попробовать Милене передать за это. Что, уже обосрался, как увидел ее? Да нет, я просто флюсую. Охуенно, ты даже ни разу не попал в шар. Как он так бьет? А я такой мало. В это мага нет просто. Просто, да, да вообще хуйня какая-то. Да мах. Что Байден пришел? О, блядь. Я довыебался. Просто как тряпку. Попал. Но это мой последний донат. Ты лох, КСТ. Сам. Ты че меня бьешь? Я даже не ожидал, я, блядь, писюн чесал. Активирует инверсия камеры на 400 рублей. Насрал. Вовремя, вовремя. Как, ты как обычно, Эрнест. Или как там тебя? Ты молодец. Ага. Сюда? В дырку? Иди нахуй, блядь, просто родной. Невероятно повышает сопротивление к физическому урону. Ничего себе. Ну давай попробуем, насколько это невероятно. А вдруг реально попрет? Погнали, попробуем. Насрал. Ну есть, немножко есть. Улучшение. Заметно, чувствуется. О да. О да. Видишь, на отстока, ровно на отстока. Так бы она добила уже. Добила. О, бля, все порвала женщину. Ладно, сейчас. Ну просто, когда начал бить его, ну честно сказать, я писюн трогал свой. Чуть-чуть, короче, отвлекся. Все, работаем, работаем. А что было? Подожди, почему не было? Почему удар такой медленный был? Не понял. Да, с этим талисманом вообще, типа. Ну, я не знаю, то ли из-за того, что я убрал какой-то нормальный талисман. У тебя все хорошо, просто ты нуб. Ага. Ну да. Я не знаю, почему так быстро она нашу полку не убивала раньше. Ну все понятно. Все понятно. Когда она так вот этот удар вообще никак не обойти. Просто бегать. Да не, я не могу так. Но, блядь, у нее ловкость очень большая, она очень быстрая. Да, жалкое зрелище, конечненько. Ёбаный, да вот почему он такой медленный? Я не могу ничего сделать. Ну что, да. Просто, я ничего уже тут не могу сделать. Все, просто. Блядь, она убила пацана моего. Я бы добил бы сейчас. Прям чуть-чуть не хватило. Управление дебильное. С этим джойстиком. Да невозможно убежать, ну невозможно. Ну невозможно от нее убежать, когда она это делает. Просто невозможно. Если рядом находишься, то уже ничего не сделаешь. Это, наверное, самый сильный типа персонаж. Ну как сильный? Самый забавованный здесь, типа, или что? В этой игре, не понимаю. Дебильный, просто самый дебильный босс, он неинтересный, он тупой. Вторая стадия вообще какая-то дебильная. Что, блядь? Да ну нахуй, как она это делает? Просто у меня фулл хп было, один удар наносит и все. Классно воздух режешь. Ха-ха-ха, я твою маму ебал.
Ебал, козлина. Ты давай мне сейчас на нервы не нервируй. То, что, сука, ты меня сейчас начинаешь, я тебе сказал. Мне не нравится твое поведение и твое отношение здесь. Ты плохо себя ведешь по отношению ко мне, к великому. Ты козел. Ты убил змея, а там клинок в его воспоминаниях. Если мы прокачаем веру, ты сможешь его юзать. Сейчас, блять, в ДЛС высубился этим мечом, ням-ням. Сука! Какая мразь-то, сука, ты посмотри. Уходи, малыш. Блять, уходи, сука! Блять! Да как она заебала с этим скиллом? Блять. Давай, последний удар нужен. Давай! Блять! Сука, какая мразь! Я убью ее! Это дал поет! Сука, она заебала! Блять! Сука, уйду нахуй! Иди сюда! Джо Байден, Джо Байден! Тихо, все тихо, малыш. Ебать, у меня сердце выпало. Мама, папа, лови сердце. Фу, блядь. Если ты сейчас так тупишь на моление, то в ДЛС тебе таких хуев напихают. Да, особенно да. На последнем боссе ДЛС. Тренируйся нормально уклоняться, а не танковать. Я танк. А, блядь, Джо Байден, Джо Байден! Блядь, да что ж ты поделалась как женщина? Давай, давай, есть, все! Соснула девушка! Я отъебал женщину, мама! Я кончил впервые! Ну шо ты, сука? Ну шо, ну! Ну шо, сука? Знай, сука, знай! Знай, нахуй! Вот оно, да, кольцо мое где-то тут. Вот оно, сука, мое. Вот это, да? То самое, сука. Бля, какая. Ну что, готово очко, родной. Я рот закрой. Ну и что, девочка, будешь танцевать? Сейчас, малыш, подожди. Сейчас мой подсос родится. Все, что ли? Или вторая стадия была? Ой, блядь.
девочки. В смысле, блядь? В смысле? Ну, боже мой, Сережа. Блядь, мне дрожь просто по телу. Мама, все. Пацана убили. Все. Да лучше с духом сразу буду, да я больше банок. А что на второй стадии он дух? Все равно он же тупой, этот второй двойник. Он стоит, как раз дамаг получает и все. О боже, что-то вообще с ума сошел, блядь. Пиздец просто. Тут он по-другому бил. Ну ладно, я думаю, его на потом оставим. Сука, вот голова, ёпта, а? Ну ты посмотри, что творит. О боже, чё, блядь? А, ну, да, всё. Ладно, да и не, просто уже сонный, поэтому что-то не прёт. Ой, перданул пробкой, пробкой, пим-пом, помпаж пошёл жопой, жопой выдавил помпаж. Всем куипта, ты почему такса зарыханная тут висишь? Я тебя просил вчера все выключить. Я тебе все кишки спутаю. Блять, по-моему, я пернул с жидким. Ну-ка. О, блять, подлива. Да. У меня потекло. Все. Сквозного, понял, трусы протертые снизу, где жопа, они тонкие, но прям через них прям прохуярило. Ребят, доброе утро, извините, я сейчас прям, сейчас я быстро пойду пополоскаю.